How do you assess your performance? Are you absolutely satisfied with them? Да, конечно, очень довольна. В первую очередь, главная оценка – это оценка моего тренера, и она довольна на все 100%. Причем баллы очень высокие, ну и, конечно же, золотая медаль – это, наверное, показатель. Were you under big pressure because you had to prove in Russia? Да, конечно, это большой груз ответственности, то, что от нас всегда ждут именно золотой медали, то, что серебро расценивается у нас, наверное, как поражение, но в то же время выступать у себя на родине приятно, потому что очень большая поддержка со стороны болельщиков, зрителей, родных, и очень здорово, когда на трибунах собирается 11 тысяч человек, и ты очень чувствуешь их, эту энергетику и поддержку. How do you feel? Did you give out your maximum? Ну, наверное, сейчас это был мой максимум. То есть я выложилась на все 100%. Думаю, что все удалось.